Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Subaru Levorg в сером цвете 2014 года выпуска, без пробега по РФ, на бензиновом двигателе объемом 1,6 литров, мощностью 170 лошадиных сил, АКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резине, литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 139 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, не прокуренный. Имеется мультимедиа, двухзонный климат-контроль, кондиционер, электроручник, мультируль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 110, 93, 121. 111, 91, 107, 120, 96, 116, 106, 84. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.